Всем приветик! Мы новые персонажи Алены. Я кукла Барби, а я пандочка Пенни. И мы будем показывать, что мы умеем из мира игр. Вот сколько у нас игр. Давайте и мы начнем с... Я даже не знаю. О, давай мы начнем с Angry Birds Dream Blast. Ага, у нас есть такая игра. Какие классные шарики! Пенни, ты загораживаешь и телефон. Но мы уже сыграли в 4 уровня, поэтому дальше. Да, что тут? О! Смотри, я дошла, бак! 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 Так, приз! Опа. Играть. Надо найти младенца. Ну да. Вот два младенца. Это все просто. Хоп-хоп-хоп. Вау. Теперь я. Хоп-хоп-хоп-хоп. И второй младенец. Мы собрали два младенца. Так, хорошо. У Angry Birds выходит новая игра. Как она называется? Angry Birds Reloaded. Да, я знала. А теперь сыграем в последнюю игру. Что только последняя? Да, называется она... Том и друзья. Надо Пиви вернуть. Вы, как все тут классно, получили пакет жетончиков. Ну, а также получили нового персонажа, Джинджер. Вот, какой милый. Вот у нас вся компашка в сборе. Надо поставить какого-то нового персонажа. Но это будет совсем скоро. О, да, Бен будет играть в настолку. Кто любит играть в настолку, ставьте лайк. А все хотят в домике на дереве. Блин, все за рекламу. Тогда пойдем кататься. Но сначала накормим нашу новую подругу. О, нет, надо, остался только один перчик. Нет, это же не наша новая подруга. Да, это же не наша. Еще она хочет поговорить с Беном. Нет, поиграться. Надо пойти закупиться. Что ты хочешь? Я люблю шоколад. Ну, а я люблю кексики. Вот. Время сделать смузи из наших покупок. Шоколад и кексик. Вот. Джинджер, пей наш смузи. А Джинджер растворился. Давай долбить. Давай. Вот так. Теперь... А, глюк, опять глюк. Нет, это же пошла реклама. Давай попросим ее. Ног. Так, надо еще задавить мусор. Получим новые жетончики. Ну, нет. Надо... На нашу жетончику. Что получил Бен?
пакетик откроем. Монетки, жетончик, шарики. Теперь едем за покупками. Еще кое-что. Том получил, Анжела получила сразу два и получила подарок. А мы потом пойдем в автобус. Да, Пенни, да. Вот все получили. Эй, а где Джинджер? Он еще и не получил. А теперь едем. Бак, ты видела только что Бак? Да, я видела Бак. Пойдем на вот этот, потому что вся компашка в сборе. Так, что у нас? Наклейка. Трава, наклейка. Бананы. И монетки. Вот, откроем две новые наклейки. Первая такая радужная. Нам попалась только новая. А тут что? Тоже она новая. Значит, две наклейки. Начнем с этого альбома. В виде сердечки. Нам получили подарок. Интересно, какой? Такое растение. И последняя наклейка. Нам получили наряд. Давайте-ка оденем Бекку и Анжелу. Еще можно одеть для мальчиков. Но мы не будем. Оденем для него этот костюмчик. И для него. И для него. А для Анжелы понадобится наш новый костюм. Для этого и для Бекки тоже надо. И вот. Можно прощаться. Всем пока! И подписывайтесь на канал ВИС. А теперь точно всем пока!